Монастырь Ипсинис находится в 3 километрах на северо-западе от города Лардоса, который входит во многие туристические маршруты острова Родос. Постройка обители датируется 19 веком. Многие другие монастыри намного старше, но демонстрируемый относится к категории действующих. Название обители произошло от греческого слова «высота», поскольку построена она на возвышенности. Строителем называют святого Милетия, но это не древний архиепископ антиохийский, а другая личность. При строительстве не выравнивали площадку, постройки и посадки здесь на разных уровнях, соединенные лестницами. Почва в окрестностях достаточно плодородна, растет виноград, оливы и цитрусовые деревья. За ними ухаживают сестры обители. Они также делают краски для иконописи, занимаются рукоделием. Просторный крытый двор вмещает несколько корпусов монастырских зданий, храм с белоснежной, словно кружевной колокольней. Деревья на площади тщательно побелены, они окружены защитными каменными кольцами. При обустройстве территории, наряду с каменными плитами, полы делались из традиционной для Родоса греческой мозаики. Использовали окатанные валуны одинакового размера, двух цветов, белого и черного. Они укладывались на ребро, скорее всего, на связывающий состав. Поскольку покрытие достаточно прочное, примечателен монастырь Ипсинис собственной иконописной мастерской, где также трудятся монахини. Рукописные иконы можно приобрести в магазине обители наряду с самодельным медом, ликерами, оливковым маслом и косметикой.